Сегодня будем готовить лимонный джем. Если вы любите десерты с кислинкой, то этот рецепт точно для вас. К тому же он содержит грандиозное количество витаминов и минеральных веществ. Всем рекомендую его приготовить, особенно весной, и особенно тем, кто соблюдает пост. Иногда в процессе приготовления разных блюд у меня остается много лимонов, причем без цедры. Так произошло и в этот раз. Очищаем лимоны, стараемся полностью удалить горький белый слой. Нарезаем их достаточно толстыми ломтиками и вынимаем косточки. Косточек бывает очень много. Стараемся ничего не пропустить. Из ломтиков также можно вырезать белую серединку. Разделяем лимоны на небольшие кусочки. Есть вариант приготовления джема с использованием мясорубки или блендера, но мне больше нравится неоднородная структура. Взвешиваем очищенные и порезанные лимоны и добавляем от получившегося веса 75% сахара. Ставим на огонь. Добавляем совсем немного имбиря, который придаст приятную остроту. Если же вы любитель имбиря, то нужно положить значительно больше, чем показано на видео. Для дополнительного аромата можно добавить палочку корицы и пару звездочек бадьяна. После того, как все закипит, снимаем пенку, как с обыкновенного варенья. Ближе к концу варки я еще добавляю грецкие орехи. Примерно через 30 минут варенье готово. Из 6 средних лимонов получается пол-литровая банка джема. Остывая, лимонный джем густеет и приобретает очень приятную структуру. Готовьте такую витаминную бомбу и не болейте. Приятного аппетита! Ставьте лайки, делитесь ссылкой на это видео в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До скорых встреч!